Рождество отмечает скромно, но душевно, а самое лучшее отдает своим малышам. Светлана Лука, мать двоих детей, своих чад воспитывает одна, но старается соблюдать традиции. Пока Светлана хлопотала по хозяйству, дети кружили вокруг нее и радовались, ведь они знают, что сегодня особенный день. Несколько лет назад женщина осталась одна с двумя детьми, и с тех пор все заботы легли на ее хрупкие плечи. Я приготовила немного из того, что было. Дети выучили колядки, мы навестим нашу тетю. Старшей дочери Маделине 7 лет. В этом году она пошла в первый класс. Оливию 5 лет, он еще ходит в садик. Светлана работает в детском саду. Говорит, что на скромную зарплату помощницы-воспитателя многого себе позволить не может. Бывают долги, только отдаем, и через пару дней снова долги. Половина моей зарплаты уходит на оплату съемного жилья. Женщине помогает мама. Бабушка сидит с внуками, если Светлане приходится задерживаться на работе. Труднее всего приходится зимой, когда нужно платить за отопление. Поэтому женщина старается заранее откладывать на фактуры. Если выходим из дома, все отключаем, вытаскиваем из розеток, оставляем только холодильник. Нагреваем бойлер только чуть-чуть, чтобы не платить много. На столе у семьи Лука сегодня зама и селедка под шубой. Маделина и Ливию исполнили несколько колядок. Ce ți dorești tu de Crăciun? Să mă joc cu zăpadă și să-mi aduc moș Crăciun cadouri. Ce cadouri îți dorești? Mașina de lor și lor. O mașină cu pult și un robot cu pult. De unde ai văzut tu așa jucări? Nicăieri, dar eu le vreau. Светлана Лука мечтает обзавестись своим жильем. Женщина даже подумывает оформить кредит, но для этого нужен первый взнос. И пока таких денег у семьи нет.